До 150 миллионов паломников соберутся в этом году в индийском Аллахабаде на один из главных индуистских праздников – Кумбха-мела. Фестиваль ритуальных омовений начнется уже 15 января. О подготовке к празднику расскажет Александр Кулебаба. Паломники заблаговременно собираются в Аллахабаде на фестиваль Кумбха-мела. Сюда съезжаются верующие со всей страны. Индуистский священник Шантнат Панди под открытым небом причащает паломников, молится за их близких и родных. Я сижу здесь с самого детства и видел множество фестивалей Кумбха-мела. Люди приходят сюда, чтобы выполнить различные ритуалы, помолиться за умерших, развеять прах мертвых. Кумбха-мела – дословно праздник кувшина, связанный с обрядами массового паломничества индусов к святыням индуизма. Священники читают молитвы вместе слияния рек Ганга и Ямуна, а также мифической реки Сарасвати. Миллионы людей совершают омовение в водах реки Ганг во время астрономически благоприятного периода, длящегося более 45 дней. Паломники верят, купание в эти дни освобождает людей от грехов. Вера компенсирует все. Вам не холодно и не жарко. Вас не раздражает толпа, и вы не чувствуете голода. Единственное желание – осветиться вместе слияния Ганга и Ямуна. Все заботы, будь то физические или умственные, все проблемы исчезают, если принять здесь святое погружение. В этом году фестиваль посетят около 150 миллионов человек, и только миллион из них – туристы. К празднику, который начнется 15 января в Аллахабаде, уже поставили временные мосты, установили 600 полевых кухонь и более 100 тысяч туалетов. За порядком будут следить военные, специальные силы полиции, службы безопасности. Всего около 20 тысяч человек. Александр Кулебаба, UATV.